Ава Фэви. Сегодня мы смотрим трек NCT U «Седьмое чувство». Это перформанс-видео с одной из самых сложных хореографий в кей-попе. Посмотрим. Я ваш сенсей, поехали. We'll take it slow, baby, baby, we'll take it slow. Oh, 같은 꿈 마치 날 부르는 익숙한 노래 마침내 연결돼. 감싸주지 나를 해를 섬에 반복되는 매일도 괜찮다고 깊은 어둠 위를 걸어 저 너머에 숨겨진 진짜를 보아. Так, трек идет мне в плейлист. Мне как вот звучание как бы такое уже банальное, обычное, примитивное, но вот цепляет. Все равно, как это было у Оксиджена Джексона, тоже был бит простой, но прямо он цепляет. Так и здесь, классно. По хореографии, ну, пока что я прям сложности я тут прям не вижу. Вначале были такие слегка сложноватые движения, а дальше пошли как будто бы обычные. То есть, ну, не тоже прям обычно, я не обесцениваю, но не вижу этой вот прям сложности. Ну, хотя только прошла минута. Посмотрим дальше. Окей, беру свои слова обратно. Если поделить условно видео на три части, ровное, то первая часть была такая, ну, как будто разогревочная. А потом уже, да, пошли всякие мелочи, пошли уже более сложные движения, и смотрится прям круто. То есть их
плавность, их техничность, их как-то стереосинхронность. Вот после, точнее, со второй, третьей, прям хорошо. Прям вот. И это, наверное, первый трек NCT, если взять все их юниты. Этот трек мне нравится больше всех. Ну, как бы звезд неба не хватает, но вот именно своим звучанием. Плюс такая картинка, она прям активная, у них постоянно движение. Как-то, ну, вот прям хорошо складывается. Ну и плюс, блин, как можно помнить все эти движения? Капец. Постоянно, то есть нет никаких пауз. Постоянно какая-то активность, охренеть. Ну, то есть, опять же, сказать, что это самая сложная хореография, я не могу. Чтобы прям самая сложная. Одна из? Да. Возможно. Опять же, я не такой эксперт и видел не так много, но из того, что я видел, это смотрится круто. Красиво. Красиво, вот. Вот красиво, правильно сказать. Класс. Классно. Вроде все. Как бы тут ничего другого больше не скажешь, ну... Надо еще потом будет посмотреть их живой, если где-то есть живое исполнение, как это будет вживую смотреться. Может, там что-то будет другое. Это уже потом посмотрю для себя. Вот. Спасибо нашим бустерам, нашему чатику, модераторам, комментаторам. Всем большое-большое-большое спасибо за вашу поддержку. Ссылочки на наши Telegram и Boosty есть в описании. Залетай, подписывайся. На этом все. Я ваш сенсей, и всем пока.